Софийские храмы в Киеве и Новгороде самим названием своим выражают преемственную связь с тогдашним центром всего православного мира, храмом Святой Софии в Константинополе. Они оба задали искусству общий, невиданный еще на Руси, монументальный масштаб. Внешнее убранство храмов выглядит значительно сдержанней внутреннего. Ведь в интерьере-то, собственно, взгляду и является то райское великолепие, что снаружи лишь предугадывается. Церковные интерьеры украшаются фресками. Закладываются основы многовековой системы храмового декора, сюжетно-символическими, библейско-евангельскими сценами на стенах, изображениями пророков и святых на столбах и, наконец, с Христом Пантократором, грозно взирающим сверху из-под купола. Формы ранних мозаик и фресок незыблемо статичны, вычерчены мощными, как борозды, линиями и по-своему архитектурны. Недаром фигуру Богоматери Аранты в конхе центральной апсиды Софии Киевской уже в давние века прозвали нерушимой стеной. Святые мужи и жены, заполнив поверхность стен и столбов, словно удерживают на себе всю конструкцию храма, являя зрителю просветленную, божественно-человеческую природу, сосредоточенную вокруг литургического действа. Последнее же закрепляется в качестве необходимого духовного центра, обеспечивающего прочный синтез всех видов средневекового творчества. Понятие «вседержитель», по-гречески «пантократор», выражает основное представление христианского вероучения о Иисусе Христе и, по сути, может быть отнесено к любому образу Спаса. В этом наименовании воплотилось твердое представление о нем как о вершителе судеб, принесшем в мир спасение и во всем равном с единосущным Богом Отцом, Творцом и Вседержителем. По древней традиции, Спас-Вседержитель в течение многих веков изображался в куполах храмов, так как сам храм имел символическое значение ковчега или корабля, где верующие спасаются от бурь житейского моря. Средняя часть храма, над которой поднимался купол, воспринималась как небо, которое уготовано Господом, спасенным им людям. Благословен Господь от Сиона. Богоматерь в молитве с воздетыми руками, называемая по-гречески и по-латыни «аранта», а у славян «нерушимая стена», как бы олицетворяет собой всю новозаветную церковь. Этот иконописный тип изображения Богоматери восходит к раннехристианским изображениям душ умерших, которые молятся за оставшихся на земле живых. Аранта представляет Богоматерь без младенца, в рост, с поднятыми и раскинутыми в стороны руками, ладонями наружу, то есть в традиционном жесте заступнической молитвы. После сложения системы росписи православного храма, начиная с IX века, Богоматерь Аранта изображается, как правило, в верхнем регистре росписи алтарной апсиды.
Это наиболее монументальный и величественный образ в росписях Киевского Софийского собора. На столбах восточной арки храма на золотом фоне изображено Благовещение. На левом столбе помещен архангел Гавриил, на правом – Дева Мария. Архангел Гавриил изображен в стремительном движении. Правую руку он протягивает к Деве Марии, как бы желая оттенить этим жестом благую весть о ее избрании Богородицей. Пресвятая Богородица, в соответствии с древнерусской традицией, запечатлена с веретеном за пряжей, а не с книгой, как в западноевропейской иконографии. По легенде, она должна выткать багряный плат для Иерусалимского храма. Наиболее распространенная композиция Евхаристии в древнерусском искусстве – две повторяющиеся сцены с изображением Христа, стоящего около престола и подающего подходящим к нему апостолам вино в одной сцене и хлеб в другой. Евхаристия, от греческого «благодать», главнейшая часть христианского богослужения, литургии, во время которой совершается обряд таинства причащения. В православной церкви хлеб и вино символизируют тело и кровь Христа. Верующие, вкушая хлеб и вино, как бы получают некоторую часть его святости, освобождающую их от грехов и обеспечивающую вечное спасение. Главным источником иконографии служит искусство Византии. Оттуда привозятся иконы, что служит примером высокого искусства, входя в то же время и в число самых почитаемых святых образов. Сияние красок икон является Божьим даром, тем драгоценным даром, что указывает верный путь и защищает от врагов. Самая славная из средневековых икон, Богоматерь Владимирская, была написана греческим художником, или, как тогда говорили, изографом. На это указывает и южный тип ее лика. Но она стала свидетелем русской истории, святой покровительницей русской политики. Совершив ее перенос из Киева в окрестности Владимира, князь Андрей Боголюбский наметил новые геополитические рубежи. Русь, размечая свой путь иконами и церквями, двигалась на восток. Но с востока пришло татаро-монгольское иго, открывшее иную эпоху русской культуры. Эпоху политической раздробленности русских княжеств, трагическую, но проникнутую в то
том, что касается церкви и ее искусства, суровым великолепием. При этом христианская иконография и символика по-прежнему оставались объединяющим началом, своего рода духовным шатром, раскинутым над просторами Северной, Центральной и Южной России. Эта византийская икона по церковному преданию была написана евангелистом Лукой. На Русь она была привезена в XII веке. В 1155 году князь Андрей Боголюбский перенес ее из Киева во Владимир на Клязьме и поместил в построенный по его заказу Успенский собор. По месту своего пребывания прославленная икона и была названа Владимирской. С ней русские воины отправлялись во многие походы. В 1164 году князь Андрей Боголюбский с этой иконой выступает в поход против волжских булгар. И с этого времени ее стали почитать как палладиум, заступницей за русскую землю. Сказание об иконе «Богоматерь Владимирская» связывает с ней спасение Москвы от нашествия Тамерлана. С покровительством иконы Богоматери Владимирской связывались и бескровная победа русских войск над полчищами золотоордынского хана Ахмата в 1480 году и избавление от нашествия крымского хана Мухаммед-Гирея в 1521 году, уже после освобождения Руси от монголо-татарского ига. Перед этой иконой приносили клятву верности Отечеству, венчали монархов на царство, молились перед выступлением на врага. Георгий – один из самых чтимых христианских святых, служивший воином во времена гонителя христиан императора Диоклетиана. Святой Георгий стяжал мученический венец за свое стойкое исповедничество и подвиг веры. С принятием на Руси христианства стал почитаться как покровитель русского воинства. На Руси его имя часто давалось членам княжеских семей, изображение его входило в состав русского государственного герба, и издревле он считается покровителем Москвы. На иконах всегда изображается с копьем, чаще всего в виде всадника, пронзающего копьем змея. Эта икона относится к числу древнейших произведений новгородской школы иконописи. Пророк Иеремия представлен в Новгородском соборе на юго-восточном простенке барабана. Его фигура хорошо сохранилась, хотя на ней заметны царапины, следы от взрыва артиллерийского снаряда. У пророка Иеремии волевое длинное лицо с большими глазами, клинообразная форма бороды и не спадающие на плечи длинные волосы. Складки его одеяния намечены скупыми линиями опытного мастера. Пророк изображен со свитком в левой руке. Правый он преподает так называемое именословное благословение, то есть благословляет двумя согнутыми перстами, как старообрядцы. Thank you.
Согласно древнему обычаю, изображение царя Соломона написано на восточном простенке барабана. Царь Соломон изображен в строгой фронтальной позе со свитком в правой руке. Левая рука его поднесена к груди. Царь выглядит на этой фреске молодым, на лице его нет морщин. Написан он в традиционном царском облачении. На голове корона с подвесками, поверх голубоватого далматика наброшен плащ с пурпурным оттенком. Рукава, ворот и подол далматика украшены драгоценными каменьями. На свитке одно из наиболее известных изречений книги «Притч Соломоновых». «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, послала слуг своих». Особенность интерьера в отсутствии столбов. Купол собора украшает огромная композиция Вознесения Христова, а в простенках барабана изображены попарно в рост святые пророки. В парусах традиционные фрески 4 евангелистов, на лицевых сторонах арок 2 нерукотворных образа Спаса. Праздничный цикл фресок начинается с Благовещения и продолжается на алтарном своде Преображением, а также праздничными сюжетами на стенах. В росписи алтаря представлены Деисус, Преображение, Евхаристия. Дмитрий Солунский – один из широко почитаемых на Руси святых воинов, патрон многих русских князей. Житийный рассказ о спасении родного города от вражеских войск и о поражении Дмитрием беззаконного царя лег в основу почитания святого как небесного защитника от врага и покровителя воинов. Мозаика с изображением Дмитрия Солунского, покровителя князя Изяслава, украшала один из столбов главного нефа Михайловского собора в Киеве. Мозаика была снята со стены при уничтожении собора в 1935-36 годах и хранится ныне в Москве в Третьяковской галерее. Образ Спаса Нерукотворного связан с легендой о лике Христа, отпечатавшемся на ткани у бруса и излечившем царя Авгаря, а позднее спасшем Эдессу от воинственных персов. Спас Нерукотворный почитался как помощник и защитник страждущих на Руси. Его изображения обычно помещали при въезде в древнерусские города и крепости и на боевых знаменах. Иконы Божией Матери Знамения появились на Руси очень рано, а именоваться так стали после чудесного знамения от этой новгородской иконы. По преданию, икона в XII веке помогла новгородцам победить осадивших город суздальцев. Почиталась покровительницей Новгорода, охраняющей его от врагов. В 1352 году по молитве перед этой иконой получали исцеление, пораженные чумой.
Благодарность за многочисленные благодеяния Богородицы новгородцы построили в 1354 году храм Знамения Пресвятой Богородицы, куда в 1356 году торжественно была перенесена икона из храма Спаса Преображения. В 1566 году икона Знамения избавила Новгород от страшного пожара, который грозил городу полным опустошением. В настоящее время икона находится в Новгородском Софийском соборе. Кроме традиционного, так называемого исторического типа иконографических изображений Иисуса Христа, существуют иконографии, в которых Спаситель представлен в виде младенца или отрока. Такой тип именуется «Спас Иммануил». Справа и слева от Спаса Иммануила изображены в красочных одеяниях архангелы Михаил и Гавриил, символизирующие присутствие всех сил небесных. Настоящая икона представляет собой так называемое «тронное умиление». Пресвятая Богородица и припадающий к ней младенец изображены на троне. Иисус прижимается к матери щекой и обнимает ее обеими руками. Левый прикасается к груди, правый обнимает за шею. Особенность иконографического извода – поза младенца, стоящего на коленях Богоматери. Икона отражает изменения, которые произошли в церковном искусстве Ростова Великого и Ярославля в начале XIV века. Русские иконописцы отказались от золотых и серебряных фонов, начали использовать неяркие цветные или белые фоны. Иконопись стала более лиричной и созерцательной, созвучной среднерусской природе. Николай Чудотворец, епископ города Мира в Ликии, Малая Азия, самый почитаемый на Руси христианский святой. Чтится как всеобщий заступник, помощник в бедах и страданиях, мудрый советчик, покровитель путешественников и моряков. В житийных рассказах выступает защитником невинно осужденных, спасителем воинов, пленников и мореплавателей. По его молитве корабельщиков, сброшенных разбойниками с корабля, исплюнула на остров заглотившая их огромная рыба. Ложе усопшей Богоматери окружали апостолы, а Христос, спустившийся с небес, принял ее душу. По преданию Марии перед кончиной велела зажечь свечу, изображена в центре, и принести кадила в руке у апостола Петра, стоящего на переднем плане слева. В группе апостолов святители в епископских одеяниях. Святые Иаков Иерусалимский, Ерофей Афинский и Тимофей Эфесский, являвшиеся очевидцами событий.
На ярославской иконе «Великая Панагия» представлена Богоматерь без младенца. Она стоит на овальном подножии красного цвета с воздетыми руками в традиционном жесте молитвенного предстательства. Лучевидные полосы золотого осита покрывают одежду Богоматери, как драгоценная риза. Иконописец тонко имитирует средствами живописи жемчуг и драгоценные камни, украшающие одежду. На груди Богоматери золотой медальон с поясной фигурой Богомладенца. Господь как бы повторяет обеими простертыми в стороны руками молитвенно благословляющий жест Матери. Его руки выходят за пределы медальона, и этот широкий жест отражает приятие воплотившимся Богом и мира, и человека. В углах иконы изображены два ангела. Их поясные фигуры помещены в замкнутые сферы. Главная особенность иконы Благовещения из Великого Устюга – изображение на груди Богоматери уже воплощенного младенца Иисуса. Это наглядным образом иллюстрирует христианский догмат о непорочном зачатии. Богомладенец как бы непосредственно входит в лоно Святой Пречистой Матери. Сын Божий связан также с образом Триединого Бога, представленного в верхней части иконы. От благословляющей десницы, которого исходит едва видимый луч, символизирующий излияние Святого Духа. Архангел Гавриил изображен на иконе с распростертыми за спиной крылами, едва касающимися земли. Он как бы в состоянии левитации. Правая рука его приподнята в благословляющем приветствии, и ее пальцы сложены соответствующим образом. В нарядной и светлой цветовой гамме удачно сочетаются различные тона – красные, розовые, зеленоватые и синие – с золотым осситом. Изображение Богоматери на Свенской иконе относится к типу кипрской. Матерь Божия изображена восседающей на высоком троне и держащей младенца прямо перед собой. Подобный иконографический тип более характерен для монументальной живописи, фрески и мозаики. Иконография Свенской иконы воспроизводит особенности этого образа. В первую очередь, высокий арочный подиум у трона. Жест рук Богомладенца изменен. Он благословляет основателей Киево-Печерской обители, стоящих по сторонам трона с развернутыми свитками в руках. Текст на свитке Антония гласит: «Молю вас так, чадо, держимся воздержания и не ленимся, имея ведь о сём Господа помощником». Надпись на свитке Феодосия почти нечитаема. Форма свитка была изменена. Он спускается до земли и закрывает часть трона, у которого не видно ступеней. Икона написана на цельной липовой доске с неглубоким ковчегом. На иконе Илия Пророк представлен сидящим в непринужденной естественной позе в глубоких песках пустыни. Его левая рука покоится на колене, жест правый, поднесенный к уху, и поза выражают состояние духовного вслушивания. Облачен пророк Илия, как апостолы, в хитон и гематий,
одежду римлян первых веков нашей эры. Простотой, спокойствием и задушевностью проникнуты изображения эпизодов его жития, размещенные на полях иконы. Они иллюстрируют основные моменты призвания пророка Илии и его служения Богу. В верхнем регистре иконы мы видим отдельную композицию «Деисус», в центре которой Господь Иисус Христос, а по сторонам обращенные к Нему Богоматерь и святой пророк Иоанн Предтеча. Здесь же даны изображения архангелов Михаила и Гавриила и святых апостолов Петра и Павла. Борис и Глеб, сыновья киевского князя Владимира, были предательски убиты в 1015 году старшим братом Святополком, прозванным Окаянным. В 1071 году они были причислены церковью к лику святых. Их изображения во весь рост в княжеских одеяниях были очень популярны в русской иконографии, однако циклы сцен из их жизни крайне редки. Состав сцен. Их отец, князь Владимир Святославович, отправляет Бориса в поход против печенегов. Погребение Владимира. Князь умер, не дождавшись возвращения сына. Возвращение Бориса из похода. Борис молится со своим слугой, предчувствуя неладное. Сон Бориса о своей смерти. Убийство Бориса и Георгия посланцами Святополка. Погребение Бориса. Убийство Глеба. Ангельское пение у тела Глеба. Перенесение мощей Бориса и Глеба в специально построенный храм. Борис делится со своим слугой предчувствием смерти. Святополк награждает убийц дорогими подарками. Святополк и убийцы. Князь Ярослав, брат Бориса и Глеба, сражается со Святополком. Раненого Святополка везут на носилках. Могила Святополка за пределами Руси. Это изображение Иисуса Христа до плеч, которое является сокращенным вариантом изображения Иисуса Христа по пояс. Оба были известны византийской и русской иконографии. Икона относится к московской школе иконописи. По всей вероятности, выполнена русским мастером, учеником одного из греческих иконописцев, которых митрополит Феогност приглашал в Москву. Очевидно, была перенесена в Успенский собор в конце XV века из храма, стоявшего на месте Успенского собора. Средники иконы на ярком киноварном фоне изображен святой Георгий на белом коне. Всадник облачен в воинские доспехи, прикрытые плащом. В руках у него копье с развивающимся белым стягом. Справа мы видим высокую башню с тремя фигурами на самом верху – царем, царицей и придворным. Внизу, прямо под копытами коня, изображен змей, дракон, выходящий из пещеры в скале.
Он уже побежден святым Георгием. Время на иконе принадлежит вечности, поэтому царевна спокойно ведет чудовище, накинув уздечку на его рог. Вокруг средника 14 клейм на белом фоне, на которых изображены сцены из жития и мученичества святого Георгия. Все сюжеты на клеймах нарисованы замечательной ясностью, даже можно разобрать надписи. Святой Георгий раздает богатство нищим. Воины ведут связанного Георгия на пытки. Георгий исповедует веру во Христа перед императором Диоклетианом. Георгий в темнице. Колесование. Георгий сокрушает идолов. Мучение на дыбе. Избиение прутьями. Строгание камнем. Истязание горящими свечами. Пытки в кипящем котле, мучение пилой, истязание кипящей смолой, усекновение честной головы. Все три святые изображены здесь в полный рост. В центре фронтально святая Варвара с черным восьмиконечным крестом в отставленной правой руке. Варвара облачена в синий далматик с широкой орнаментальной полосой и вишнево-коричневой мафорией, поверх которого возложена корона. Справа от святой Варвары мы увидим святую Ульяну. Она одета в охристый гематий и зеленый мафорий. Обе держат белые восьмиконечные кресты. Слева от нее святая Параскева. На ней сине-голубой гематий и алый мафорий. Вверху над Варварой в полукруге неба Христос Эммануил, благословляющий обеими руками. Слева и справа от него, между нимбами мучениц, два полуфигурных изображения архангелов Михаила и Гавриила. Их присутствие на иконе свидетельствует об особом покровительстве святым Параскеве, Варваре и Ульяне со стороны архангела Михаила и архангела Гавриила. Согласно легенде, эту икону подарили Дмитрию Донскому донские казаки. Отсюда и ее название. Князь взял икону на Куликовскую битву. Она была утверждена на древке как хоруквь и все время находилась среди русских воинов. Согласно одной из легенд, после Куликовской битвы икона была помещена в Успенский собор в Коломне. При Иване Грозном была перенесена в Благовещенский собор Московского Кремля. Чтилась как чудотворная, помогавшая русскому воинству. В 1563 году во время Ливонской войны, в 1591 году при отражении набега крымского хана Козы-Гирея, в 1591 году, когда татары подошли к Москве, царь Федор Иоаннович приказал совершить с донской иконой крестный ход вокруг престольного города и затем поставить в походной церкви. На месте победы русских над татарами был основан Донской монастырь. Копия этой иконы – его главная святыня. –
Иконописному стилю Феофана Грека присущи экспрессивность и эмоциональная напряженность, волевая сосредоточенность и темперамент, склонность к теологическим обобщениям. В росписи барабана и купола полуфигура Пантократора окружена четырьмя архангелами и четырьмя серафимами, а в простенках барабана – фигуры праотцов. Фрески северо-западной угловой камеры на хорах сохранились фрагментарно, но по ним возможно установить декоративную систему камеры. По низу идет орнаментальный фриз из платов. Выше – регистр с фигурами святых, с полуфигурой Богоматери типа знамения и архангелом Гавриилом над входом. Над этим регистром тянется декоративный фриз из кирпичиков, а поверху идет главный пояс с пятью столпниками, Троицей Ветхозаветной, тремя медальонами и фигурой Макария Египетского. В иконографии Троицы Ветхозаветной византийские и восточнохристианские иконописцы отражали события, описанные в 18 главе Библии, явление Аврааму Господа в виде трех ангелов. Они изображали уставленную яствами трапезу и прислуживающих ангелам Авраама и Сару, а также эпизод с закланием тельца. Образ Троицы толковался византийскими теологами не только как изображение триединого Бога и прообраз Евхаристии, но и как символ веры, надежды и любви. В фресках Феофана каждая фигура живет обособленной, индивидуальной жизнью. Особенно сильное впечатление производят образы столпников, в которых Феофан Грек воплотил свой высокий идеал духоносного православного подвижника. Столпник Даниил изображен во фронтальной позе, сидящим на высоком столбе с мощной капителью. Обращает на себя внимание жест его рук, в котором ладони повернуты к зрителю. Феофан лепит свои фигуры при помощи энергичных мазков, накладывая поверх санкирий сочные белила. Феофановский блик – это средство для усиления экспрессии образа. Его гамма очень скупа и сдержанна. Он дает фигуры на серебристо-голубых фонах, в лицах и одеждах пользуется оранжево-коричневым тоном. Поверх одеяний кладет белые и голубоватые пробела. При всей скупости палитры Грека его живопись экспрессивна и многоцветна. Чин Благовещенского собора древнейший, с фигурами во весь рост. Крупные фигуры Богоматери и святых четко выделяются на золотом фоне. Трактованные очень плоско, они воздействуют прежде всего своим силуэтом. Пластическое решение лаконично. Оно как бы подчеркивает важность момента молитвы. Образы иконостаса показывают результат сближения с Богом и пребывания в единении с Ним. Небо от земли, горнее от дольнего, алтарь от храма может быть отделен только живыми символами соединения того и другого. Иконостас есть граница между миром видимым и невидимым, есть явление святых и ангелов, явление небесных свидетелей, а прежде всего Богоматери и самого Христа во плоти, свидетелей, возвещающих о том, что по ту сторону плоти, писал Павел Флоренский.